хочешь себе голливудскую улыбку, не знаешь, в каком возрасте необходимо исправлять прикус, сегодня я тебе про это расскажу. Меня зовут доктор Коростелёв, здесь все про красивую улыбку, подписывайся. Ортодонтическое лечение необходимо начинать с 9-11 лет. Это идет пик роста костей. Необходимо прийти на консультацию к детскому врачу-стоматологу и параллельно к врачу-ортодонту. Но опять же, бывают разные клинические ситуации, поэтому ортодонтическое лечение можно также делать в 20, и в 30, и в 40, и в 50 лет. Есть пациенты, которые и в 60 лет ставят брекеты. Потому что под определенную клиническую ситуацию невозможно поставить, к примеру, имплант. Либо будет большая тотальная работа. Поэтому еще раз напоминаю, что если решили заняться исправлением прикуса, то первым этапом необходимо пройти большой комплекс диагностики. Начинайте с посещения врача-стоматолога и врача-ортодонта.